Валерій Залужний відмовився від відеозустрічі з начальниками НАТО через напружену оперативну ситуацію на фронті. Це означає, що наступ ось-ось розпочнеться? Это говорит о том, что он уже идет. То есть наступательные действия начались в конце прошлой недели. По некоторым участкам фронта у нас продвинулись наша разведка, усиленная техникой, которая подошла в последнее время. Подсохла почва, начали двигаться район Орехова, район Угледара. Неплохо продвинулись в районе Бахмута, юго-западнее, уже на Клещеевку. Начинаем отсекать Клешню. Эту, которая окружает, пытается окружить Бахмут с юго-запада. Ну и движение идет в районе Купянска. И началось хорошие положительные моменты в районе Кременной. То есть оперативная обстановка постоянно меняется. Именно изменение оперативной обстановки требует непосредственного участия командующего в принятии решений. Потому он пока не может быть на связи. Это очень грамотно и правильно. Українські військові, до речі, підтвердили про те, що вони розбили бригади 72-ї частини російської, те, що говорив раніше за день до цього Пригожин. Скажіть, будь ласка, ну і вони там звільнили близько там 2 чи 3 кілометрів, здається. Це вагома ділянка от перед наступом? Это важное направление, то есть участок – это один из участков, это важное направление, именно с этой точки можно двигаться в сторону Клещеевки и в сторону Бахмута, то есть отсекти ту клешню, которая сейчас вытянулась из Курдюмовки на Клещеевку и дальше на Ивановское. И вот отсечение этой клешни практически разблокирует юго-запад Бахмута, ну а дальше будем уже его исходя из планов главкома, будут дальше двигаться войска либо на зачистку Бахмута от российских войск, либо, допустим, дальше на Попасную для того, чтобы всю бахмутскую группировку, бахмутско-солидарскую группировку отсекти от материнской, от материнских частей и дальше ее уничтожить. Здесь все будет зависеть, во-первых, от развития оперативно-тактической обстановки, именно для этого и нужен командующий на месте, ну и приданных сил, средств и поставленных задач. Можно предположить такого рода действия, ну а дальше, если они начнутся, будем его комментировать. Ви говорите про те, що покращила ситуація біля Кременної, а раніше говорили про те, що там росіяни накопичили дуже багато сил та ресурсів. Тобто, що відомо? Так и есть. Россияне под Кременную подтянули большое количество сил, средств. Но мы же тоже не смотрим на них и не смотрим за развитием событий. Мы сами создаем эти события. Потому украинские войска также подтянули силы, средства. Ну и начинают работать по тем участкам, где нам выгоднее. То есть мы прикрываемся в основном, движение прикрываем на Торская, на Лиман, ну а россияне пытаются срезать Белгородский выступ, то есть двигаются на юго-запад, в сторону Сиверска, Белогоровки. Ну, развитие ситуации, оно сейчас, опять же, тоже оперативно-тактическое, которое требует присутствия командиров, ну и правильного принятия решения. Я думаю, в ближайшее время, ну слово ближайшее, это недели, где-то до июня в районе Кременной произойдут события, которые снимут проблему для наших войск. Ну а все будет зависеть от замысла командующего. И дальше, скорее всего, в районе Кременной будет один из направлений удара, либо отвлекающего, либо второстепенного, либо основного. Здесь уже будет зависеть от того решения, которое примет главком. Мене Григорович, Пригожин тепер каже про те, що він раніше говорив про ситуацію більше там на Бахмуті, а тепер заговорив про весь Донбас. І говорить, що там на Донбасі проїсходить геноцид русского народу. Це його цитата. Тобто це до нього прийшло усвідомлення, що там скоро кінець? Ну, во-первых, он не розбирається в воєнній обстановці. Для того, щоб розбиратися в воєнній обстановці, нужно воєнне образування, а не то, которое у нього є. Он, скорее всего, мультиплицирует те мысли, которые или подслушал, или ему донесли военные. То есть из его же ОПГ там есть очень профессиональные военные, которые, разбираясь в военной обстановке, могут на пальцах объяснить даже Пригожину, что впереди, ну, большая проблема для российских войск в Украине. Не для Пригожина, не для Донбасса. Проблема большая для российских войск в Украине, так как
российские войска могут быть отсечены от российской территории и дальше уничтожены. И вот, понимая развитие этой ситуации, понимая, что в принципе никому дела нет из россиян до того, что там несколько сот тысяч россиян погибнут в Украине, они ж их туда не посылали. То есть это посылал их Путин, ну, если говорить так. То, что они, россияне, большая часть, две трети россиян были за, это да. Но посылать-то никто не посылал, и никто их оттуда не побежит спасать. Они тоже никому не нужны, потому что сами поехали. В основном все добровольно подписывали контракты, поехали за длинным рублем. Вот там они и останутся в Украине. И Пригожин пытается как-то с помощью своей медиа-империи, медиа-ресурсов поднять такой глубинный народ на помощь. А россияне уже не поднимутся, они не понимают, что делает российская армия в Украине. Просто не понимают. Логики никакой нет. А тем более растянувший кишкой в 1000 километров от Купянска до Керчи. Это вообще, с военной точки зрения, такой махровый идиотизм. То есть, ну, естественно, вытаскивать их всех никто не будет. Потому на них уже поставили крест. Можно сказать, Российская империя на, вот эту, на этом аппендиксе, если посмотреть на карту вот России, вот такой аппендикс оккупированной территории, вот этот аппендикс, если кто-то отрежет и за него забудут, то россияне еще скажут, наверное, большое спасибо, чтобы больше их не видеть, не слышать, и вообще об этой проблеме, включая и Крым, и Донбасс, и сухопутный коридор. Ну, абсолютно не надо сахалинцам проблема Крыма или там Владивостоку. Потому посмотрим за развитием событий. Ну, а засветка, здесь уже медиа-империя Пригожина, она включает этот прожектор, ну и мы это мультиплицируем. Неинтересно, с одной стороны, должно нам быть.